приятно и весьма неожиданно, потому что обычно мы тренируемся просто потому, что тренируемся, не для наград. Ну, особенно в айкидо, где нет соревнований традиционных, нет определения победителя. Все, кто занимается, наверное, у них самый сложный путь – просто тренироваться каждый день. Ну, я начинал заниматься практически на первом курсе института. У нас в институте была секция карате. В тот момент мне было безумно интересно все, что было связано с Востоком. Возможно, для начала из-за его необычности. А потом я, что называется, втянулся, потому что в том, что передают с боевыми искусствами, очень много, очень важного. Мне кажется, на сегодняшний момент боевое искусство, возможно, один из самых действенных инструментов изменений и воспитания человека. Ну, вы знаете, я его всегда называл Стивен Сигал сенсей, потому что я занимался у учителей, которые учили его в том числе. И большое влияние его первый фильм оказал на меня. Это Нико. Один. Мы его смотрели по несколько раз. Поэтому вот то, что сокрыто боевого внутри айкидо, возможно, Стивен Сигал сенсей это первый показал.